Жителей гостей Самары приглашают в Ширяево на вишневые пироги. Большой праздник проходит в селе каждый год. Откроется он 16 августа фестивалем народного творчества Жигулевской вишни. Затем состоится парад вишневых пирогов. Также здесь будет работать вишневое кафе, разместятся торговые и ремесленные ряды. Все желающие смогут приобрести баночку доброго варенья из Бещевской вишни, попробовать пироги, вареники, блинчики, компоты с вишней.